В этом году и машины новые, лучшие, чем были раньше. То есть это олдтаймер движение в Беларуси, она растет, причем очень стремительно развивается. У нас традиционно участвует 30 автомобилей. Сегодня здесь у нас автомобили из России, из Польши. И белорусские автомобили здесь. Ну, я уже говорил, что есть постоянные участники ралли, но сегодня достаточно много дебютантов, которые будут впервые проходить маршруты. Пожелаем им того, чтобы они все добрались до финиша. Автомобиль 69-го года. Когда-то был куплен отцом. На этом автомобиле я учился ездить. Этот автомобиль я учился ремонтировать. Прошли годы. Я решил восстановить автомобиль и сделать его, показать таким, каким был, на каком автомобиле ездил дед, прадед ездил и езжу я. Простой и надежный товарищ, правда, я с ним общаюсь как с человеком. И, естественно, он мне этим отвечает, как, ну не как человек, а как живым существом. И он этим не отвечает, он ни разу не подвел меня в дороге, никогда не подвел в дороге. 79-й год, 9 лет в машине Запорожцу, Крым, туда и обратно. 88-й год, 18 лет Запорожцу, в Крым, туда и обратно, тоже проблем нету. 2011-й, 41 год Запорожцу, Санкт-Петербург, Новогрудок, без проблем, туда и обратно. Когда ты до железа, до машины относишься как к живому существу, он тебе так же и отвечает. Правда, я вам говорю это. Эта фотография будет на вашем полном паспорте. Участник под номером 3 этого автомобиля. ГАЗ-69 72 года выпуска, мной восстановлен в прошлом году. Ушло 3 года, сделал так, как его видел, поэтому старался, чтобы аутентичность автомобиля не пострадала, но в то же время хорошо передвигался и чувствовал себя современно в наше время. Участник под номером... Thank you.